2009 Audi S5. Замена вентилятора. Вот он. Для этого надо было снять весь бардачок. Весь бардачок снимаем. Airbag. Вот он. Нижний. Вот тут стоит. Внутри бардачка надо вытащить обязательно вот этот модуль. Это музыка. Подключение. Потому что за ним, за этим модулем, внутри стоит болтик. Вот он здесь стоит. И вот тот вот болтик, который прямо за ним. Если отсюда показывать, то вот этот болтик. Вот он сюда. Остальное все легко. С этой стороны один болтик. Тут вот. Вот эти болты изнутри. И снизу 4 болта крепления подушки безопасности нижней. Все. Теперь, чтобы снять вот этот вот вентилятор, надо просто открутить вот этот патрубок воздушный. И вентилятор, по-моему, на 3 болтиках. Сейчас я его сниму. На оригинальном нету болтов, там защелка. Не знаю, будет видно, не будет. Сейчас. Вот она. Вот это защелка. Так, пришлось открутить 2 болта и снять вот этот, называется резистор. Все, теперь можно спокойно провернуть, поворачиваем и вынимаем легко.
Так, ну вот, оригинальный. Вот он. А вот не оригинальный. Более дешевая версия. Не от дилера. Так, ставим обратно. Сюда совмещаем. Где она находится? Вот они стоят на месте, теперь просто вот оно и стало на место. Защелка стала на место тоже. Все на месте.